Обращений от жителей Гродненской области к представителям местной власти становится меньше. Об этом сообщил руководитель региона Владимир Караник по итогам очередной прямой линии. Она длилась несколько часов. За это время можно сделать вывод, в основном заявители нуждаются в техническом разъяснении вопросов. Такая форма общения уже традиционная, и сферы, которые больше всего волнуют граждан, тоже остались прежними. В первую очередь это жилищно-коммунальное хозяйство, дальше следует здравоохранение и дорожное строительство, на третьем месте транспорт. Причем чаще поступают не жалобы на то, что люди не могут реализовать свои законные права или получить помощь, а конкретные вопросы. Как реализовать то или иное право? Как мы посоветуем? Вот были вопросы, какой вакциной лучше прививаться? Где это можно сделать? Есть ли необходимость прививаться сейчас? По ЖКХ тоже, когда планируются те или иные работы, то есть люди видят, что эти работы планируются, желают уточнить детали. По дорожному строительству то же самое, планируется ли, когда там, где ямочный ремонт, где новые дороги, какие планы по развитию дорожной инфраструктуры. То есть люди начали больше интересоваться перспективами развития, нас очень радует, что они эти перспективы видят. Эффективность работы с населением постоянно анализируют. Этот фактор на контроле власти всех уровней. Количество повторных обращений уменьшилось. Реже звонят, чаще пишут в социальных сетях. Из этого следует, что доступность и диалог граждан и органов госуправления перешел на новый уровень, добавили в облсполкоме.